Этот случай у нас совсем особенный. У нас так бывает каждый праздник 9 мая. Выставляется техника на растерзание детей. Ну, они стараются, насколько это возможно. Вот. А взрослые смотрят, как дети пытаются сломать что-нибудь в военной технике. И проверяют, насколько она военная. Если сломаюсь, значит не военно. Если выдержишь, значит нормально. Воевать можно. Ну, пока все вроде на месте. Хотя дети стараются, понятно. Их желание чего-нибудь тут. А вот какая штука стоит. Вот так вот. Вот так вот, смотрите, аж самому страшно. Вот она, ствол. Направленный. Ну, я надеюсь, дети не выстрелят. Вот еще. Вот, тут есть и описание у нас, все, что есть. Можно не только попробовать что-нибудь у них сломать, но и прочитать что-нибудь про них. Это тоже приветствуется. Вот такая, вот такое. Ну, это нужно все читать, конечно. Все характеристики, все. Ну, а это нам понятно, что такое. Раньше называлась Катюша, сейчас как-то по-другому, миномет, по-моему, называется, если я не ошибаюсь. Я служил в других частях и такой техники не знаю. Вот там вот еще что-то у нас есть, пушка. А вот эти крики раздаются со стадиона, который я сейчас покажу, который еще пустой. И на нем все начнется только в 5 часов, а сейчас только после 3. Но народ уже, вот он у нас, толпится и собирается как-то туда проникать. Я туда проникать не буду. Все, что там будет происходить, будет показано по телевизору. Я лучше спокойно посмотрю по телевизору. Хотя, конечно, наверное, здесь было бы интересно. Но ждать 2 часа. Сколько будет действия, тоже непонятно. А вообще мне интересно снимать что-нибудь, не то чтобы показывать по телевизору, а то, чего не показывает. Что-то происходящее рядом со всем этим. Ну вот, как, например, то, что я сейчас показываю.